Задачи, поставленные главой государства, заставляют по-новому взглянуть на перспективы развития нашего мегаполиса. Создание рабочих мест с достойной оплатой, повышение эффективности бюджетной политики, внедрение механизмов бюджета народного участия, ускоренное развитие бизнеса, развитие туристической индустрии, привлечение инвестиций, единая, понятная горожанам жилищная политика, улучшение экологии и качества окружающей среды, развитие социальной инфраструктуры. Принцип работы акимата – последовательное, системное решение насущных проблем, волнующих население. Горожане ждут от акимата справедливых решений и эффективных действий.